Не себептен бизлер пикир билдирмейбиз. Хамде ушу апрель айынан баштап хаммебиздин хабарыбыз бар. Университеттин масштабында, университеттин чекарасында, яки болбосо университеттин IP адресинен Scopus базасынан пайдаланып, ондагы макалаларды окуу, һәм аларга пикир билдирүү керек болсо, силтемелер берүү имкониятты пайда болду. Бул имкониятттан калай пайдаланабыз, каерде пайдаланабыз, канча пайдаланып атырбыз, кафедраларда мен элге дейин пайдаланып отурганлыгы хакында мен информация иштедим. Көбүнчө, мисалы, кирүү мүмкүн, докторантлар өздөрүнө керек болгону үчүн кирүү мүмкүн. Университетте 2022 жылы, демек 15 макала чыгатын болсо, сонун ярымы математика факультетине, калган 40% физика кафедрасына, физика факультетине, энергетиктер бар бул жерде. Калган 10% техника факультеті, ам география факультетіне тиесілі ол есапланады. Қалған факультетлер бұл бойынша жұмыс істемейатыр деген түсінікке келуі мүмкін. Бірақ дегенмен, мәселен, тарих, философия, экономика, филология, мәселен, инглиз тілі бойынша, қарақалпақ филологиясы, өзбек филологиясы, профессор оқытушылар ізленіватыр. Бұл ізленіватырғанда мақалалар сапа дәрежесі олардың қойған талаптарына тур келмейді. Себебі инглиз тілін де білеміз. Proof reading деген басқышы бар. Яғни оны академиялық өрінде мақаланы жазу тәртібінде қолдану. Яки болмаса, қай дәрежеде біздердің инглиз тіліміз олардың академиялық өрінде жауап береді деген сөзге біздер елеңдей шекемен сол талаптарға жауап бере алмай отырмыз. Деген сөз елеңдей өздеріміздің үстімізді істеуіміз керек деген сөз деген. Так, әзі Ақсынгүл қосылып атқан болса. Егер бұл жерде сайылданым анализ қылуымыз мүмкін, сондай-ақ Scopus базасына кіргенімізде осы жерде бір қысқаша сұрауынама өткеріп жіберсек те біргелікте. Так, осы уақытқа дейін осы жердегілердің арасында неше процент адам Scopus базасынан пайдаланып жатыр, яки болмаса мақалаларына сілтемелерінде пайдаланып жатыр деп сұрау берсек те неше процент адам жауап бере алады соған. Кафедраларда, мәселен, зав кафедра болса, яки болмаса кафедра ағзаларынан, яки болмаса бұнда хабары бар ма, жоқ па, библиотекада қай дәрежеде пайдаланып жатыр. Кішігірім бір сұрауынама өткерсек, құрметті қатынасушылар. Низамадина, ассаламу алейкум. Байланыстасыз ба? Алло. Қалайсыз аға, сауықтарыңыз жақсы ма? Біз Турайжи аға, сіз білеміз, ГИС лабораториясында үлкен ілми қызметкер сипатында жұмыс істеп жатырсыз, докторантурадан ілми жұмыстар алып барып жатырсыз. Жас үлкен сипатында, ұстаз сипатында, кафедра көлемінде докторантлардың мектебі көлемінде, яки болмаса университет көлемінде осы базадан пайдалану дәрежесі қай дәрежеде деп ойлайсыз? Енді әмме
пайдалануға әрекет етіп отырған шығар. Белгілі бір қиыншылықтары бар оның, да? Соның азырағында курслар түркімесі солар арқары ғана нету мүмкін. Принципінде әзір оның пайдалану мүмкіншіліктері көбейді. Сондай переводшілер бар, бірден әзір етіп, переводлап нетіп береді де, солар қалып түсініп пайдаланса болады да. Мен өзім жеке пікірім. Рахмет, рахмет. Так, және бір сұрау болуы мүмкін. Кенжебек, сұрау бар ма? Қолыңызды көтеріп отырсыз. Салам алейкум. Салам алейкум. Сауалым бар еді. Азыр сіз айттыңыз көп, мында университетте, кітапханада яки басқа жерлерде құрлас доступ бар Scopus базасы деп. Сіз şu dost топна біз өзімізге берсеңіз болмайды. Біз үйде яки басқа жойда қоқлаған жерімізден пайдаланып ке. Яғни логин, пароль ма, қанақадар кодлар ма, соларды берсеңіз біз өзімізге, өзіміз лично компьютерден кіріп, өзіміз пайдаланыш үшін. Жақсы. Бұл беріледі. Рахмет. Түсіндім сізді. Бұл ендігі айда дохлесе шүлкеместіреміз. 2000 қателеспесем 20-шы жылы, 19-шы жыл қателеспесем 20-шы жылы. Пандемияның уақытында шүлкенлестіріп едік бұны докторантлар мектебінде, менің хабары бар. Бұны шүлкенлестіреміз кейінгі айға дақылесе. Әзірше енді кітапханада отырудыңа, кафедрада бірге ізденудіңа, зерттеулер алып барудыңа өз алдына бір гәсті бар дейді ол. Сондай бірге істесуді әзірше 15-20 күн давамында давам еттіріп тұрсаңыз, кейін пароль логинлеріңізді береміз кейін. Так, басқа сұраулар жоқ қой онда. Так, енді бірінші нәубетте сұрау пайда болады. Scopus дегеніміз не? Қандай журналлар кіреді? Бұл көпшілік семинарларда біздерде айтып өткенбіз, әмеміз, білеміз, көп семинарларда қатынасқанбыз. Дегенмен бәрібір қайталап өткен пайдалы деп ойлаймын. Рабига Қожамқұлдың апрель айында 20-ларында Ташкент қаласына келді. Әм өзінің презентациясымен Өзбекстанда 10 университет осы базаға қосылды. Әм соның ішінде университет, біздердің университетімізден бар. Бұл қосылудың өзі жүдә бір қиын, мәселен, олармен договор түзу керек, әм ақшаларын өткеру керек. Қазір университетіміз өз алдына, демек, жеке өзінің финанс системасын басқару құқына ие, әм бұл басқару системасында бәрі қиыншылықтар бар. Мәселен, бұрын бюджеттен жәрдем берілетін, енді бюджеттен жәрдем берілмейтін болғаннан кейін сыртқа ақша шығару одан өзі қиыншылықтар бар. Бұны әмеміз білеміз. Бұл бір жылға университетімізге 16 мың долларға шартнама түзілді. Бұл 16 мың долларды егер біздер пайдаланбайтын болса, далаға 16 мыңды шашқан боламыз. Соның үшін қолдан келгенше әмеміз біргелікте жақсы пайдалануға керек болатын болса, мәселен, ингліз тілі филологиясы факультеті кафедраларында профессор оқытушыларымен, сондай ақ өзіңіздің спец бойынша қанеге профессор оқытушыларымен біргелікте коллаборацияда, яки болмаса бірге істесу арқылы бір мақала істеу, мақала жазу, яки болмаса лабораториялық жұмыстардың нәтижесін перевод қылуға бірге істесу жүзе ахметлі вазифалардың бірі деп ойлаймын. Бұнда тек арнан һәм мен үшін пайдалы тарапы, һәм мәселен күніне мәселен құрып отырсағам уақытымыз өтеді, аз-маз зерттеу жұмыстар алып барсағам уақытымыз жақсы мазмұнлы өтеді деген пікірдемін. Сондай ақ енді университетіміз шет ел университеттерімен, сырт елдегі университеттегілер кафедралардағы профессор оқытушылармен байланыстарды күшеймекте. Бұл байланысларды қай дәрежеде күшейтуіміз керек? Мәселен, қосымша тәлім бағдарлары, яки болмаса стажировкалерге барып келіп жатырмыз. Дегенмен бәрібір бірге істескенде, біргелікте мақала шығарсақ қана бұл
қатынасықтың бұл кооперацияның ең нәтижесінің шыңы деп ойлаймын. Себебі егер мына бір таблицада көретін болсаңыз, мақалалар, мәселен, Шаниязов қытайлы алымдармен бірге шығарған, бұл бірге шешудің нәтижесі. Яки болмаса, бұл жерде және Құдайберген Кәрім ағайын, мәселен, Айыбовтың мектебімен біргелікте мақала шығарылған. Бұлар Ташкентпен біргелікте. Кәрім ағай, мәселен, Австралиялы, қытайлы алымдармен, Россиялы алымдармен біргелікте мақала шығарғанын көрсетуіміз мүмкін. Һәм бұл мақала көпшіліктің, демек, аудиториясы көп. Ол көпке айланады. Мәселен, мына жерде Ұзақбергенованың мәселен, Украина, Белоруссия, Россиялы алымдармен шығарғанын көрсетуіміз мүмкін. Аланиязовлар, мәселен, Қаражановтармен, Гали деген, мәселен, Индиялы алымдармен біргелікте шығарғанын көрсетуіміз мүмкін. Бұл бірге шешу нәтижесінде, демек, екі тарапқа да жақсы тәсір етеді. Енді әдебиетлерден пайдаланғанымызда журнал, Scopus журналы қандай журнал болады? Scopus журналын ізертілеулер алып барғанымызда, Scopus журналының жеке өзінің талаплары бар, Scopus базасының талаплары бар. Журналдың талаплары бөлек, базаның талаплары бөлек. Мәселен, сілтемелер беруде, мәселен, қаншалықты көп әдебиеттен пайдалансаңыз, соншалықты көп аудитория жинайсыз бұл мақалаға да. Егер, мәселен, мақала шыққан жағдайда сілтеме берілген алым, өзің ілми жұмысына, бір алымның жұмысына сілтеме беретін болсаңыз, сол алым сіздің мақалаңызды оқиды. Себебі оның поштасында хабарнама бар. Сіздің мақалаңыз Қаралбақ мемлекеттік университетінің профессор тарапынан сілтеме берілген, үйренілген, пікір білдірген деген мәнісі. Соныңшынан аудитория көбеюіне себеп сол. Хамде бұл сілтемелерді ең көп, мәселен, неше болуы мүмкін, мәселен, бұрын мақала шығарғанымызда Павлов, Сидоров, Антонов дегенлердің әдебиетлер тізімін, һәм өзіміздің бір екі әдебиетті қосатын едік. Сонымен қайерінен сыйлық берілгеніне, қайерден қайерге дейін пайдаланғанына білдірмейтін едік. Әзірге, мәселен, талап бойынша, Scopus-тың талабы бойынша, екен осының журналдардың талабы бойынша, һәр бір сөзге, һәр бір абзацқа, һәр бір, демек, гәпке этібар беріледі. Қай жерден алынғанда, антиплагиат дәстүрлерінде, программаларында тексеруден өткеріліп, қай жерден алынғанлығын анықлап, сізге қайттан доработка істеу үшін тастап береді. Бұны әлбетте қайерден пайдалану керектілігі бойынша ұсыныстар береді. Сондай-ақ және бір шарты бұл журналдардың кемінде осы журналда шығарылған, өзіңіздің тарау бойынша шығарылған мақалаларға осы журналдың ішінен алымдардың жұмыстарына 2-3, 10%, 15% сілтемелер беру талап етіледі. Бұл симуляционный не есепланады, журналдың хеш индексін көтеруге есепланады, бірақ дегенмен бәрі бұны әмелге асыруымыз керек. Себебі ол журналдың талапларына түсу үшін. Так, енді біздер ойлаймыз, мәселен, біздердің алымларымыздың ішінде, мәселен, химия, яке болмасам, физика, яке болмасам, техника факультетінде, яке болмасам, география, геодезия, тарих ілімлері бойынша, археология, философия ілімлері бойынша алымларымыздың өзінің пікірлері бар, бағалы пікірлері бар. Бұны журналдардың талаптары бойынша әлбетте жаза алу қабілеті керек болады біздерге. Ақсынгүл, қосылдың ба? Да, да, здравствуйте. Так, енді мынадан былай Ақсынгүлге кезекті береміз. Сіздерге Ташкентте үйреніп келген, демек, журналға талаптары бойынша, Scopus не үшін пайдалануымыз керек, қандай мақала шығаруымыз керек деген сұрауларға жауап беру мақсатында семинарды Ақсынгүлге берсек сөзді. Ассалаумағалейкум, менің дауысым естіліп тұр ғой, что-то біздің ноутбук қонеді. Жақсы, естіліп тұр, естіліп тұр. Мына презентацияны қоя аласың, егер не болса. Да, да, хорошо, сейчас.
А, видно? А, корн трое? Демонстрация экрана, нет? Пока нет еще. А, сейчас я демонстрацию запустила, но пока не видно. Что так долго грузит? Ассаламу алейкум. Көрініп тұр ғой. Бастай бер онда. Көрінді ма? Көрінді. Әме, көрінді ғой, болды. Ассаламу алейкум. Құрметті ұстаздар, участники. Извините, я сегодня буду говорить на русском языке. Если не будете понимать, спрашивайте, я постараюсь перевести и объяснять на том языке, который вы поймете. Сегодняшняя наша презентация про Scopus, про зачем она нужна, и про его анализ и процесс публикации. Но для начала пройдемся по значению, что означает Scopus. Scopus — это одна из крупнейших этих курируемых единиц, это база данных, аннотаций и информация о цитируемости рецензируемых научных литератур. На базе содержится более 41 500 изданий, международных изданий. Также такие мировые рейтинговые агентства, как THA, мы по-другому называем его Z, и QS, они как раз-таки на базе этих данных определяют качество вузов и составляет рейтинг вузов, мировых рейтинг университетов. Так, перейдем теперь к самой презентации. Так. Зачем нам нужен Scopus? Так, сейчас. Это в первую очередь, давайте начнем с того, как надо написать статью, с чего начать, чтобы написать такую статью, которая бы цитировалась, чтобы она была на базе Скопуса. С чего начинаем? Если у вас есть о чем рассказать, надо сначала будет выбрать саму тему. И потом надо определить аудиторию, кому это будет интересно. И потом уже определиться, что это будет. Это обзорная статья, аналитическая статья или просто статья. А может быть, просто записка к редактору, книга. И определяемся типом статьи. Дальше. Начало. Мы сначала, в первую очередь, должны определиться названием статьи, потом должны написать на него аннотацию, она должна быть коротким, ясным, и должна отражать, что же входит в эту статью. И самое главное — это ключевые слова. И в основную часть входит это всем известное введение, методы, результаты. И в конце у нас заключение. Заключение, заключаем весь саму статью, благодарим, и в конце пишем список литературы, что мы использовали. Сначала пишем название автора, потом название книги, и потом интернет-ресурсы, откуда мы взяли ту или иную информацию. Также то, что мы цитируем у других авторов, например, у других научных статей. Также, если есть приложение, то в конце его тоже добавляем как приложение. Так, вот только что, как я сказала, этапы написания статьи. Сначала планируем, выбираем тему, дальше идет исследование и сбор информации. То есть исследуем ту тему, которую мы выбрали, и
собираем информацию. Из этой информации дальше идет анализ, и после анализа мы начинаем искать журнал. Искать журнал — это тот или иной журнал, который базируется именно в Scopus или Web of Science. Ну, в основном Scopus, мы сейчас про Scopus говорим. Почему именно Scopus? Потому что именно там должно цитироваться тот или иной журнал. Чтобы оно не было хищническим, надо перепроверять. Извините, пожалуйста, за заикание. У меня первый раз семинар, из-за этого я немного волнуюсь. Дальше пишем черновик, и в конце уже готово, редактируем саму статью. Так. При выборе темы. Тема должна привлекать внимание читателя, то есть она должна быть актуальным, а не скучным и неактуальным. Содержать как можно меньше слов, описывать контент коротко и лаконично, чтобы было понятно читателю. И в основном нельзя использовать там непрофессиональные там жаргоны, аббревиатуры. Как может помочь Scopus в этом? Сейчас. Зачем использовать Scopus, а не Google? Потому что Scopus разработан специально для поддержки поиска и обработки результатов научной литературы. В Scopus представлены только рецензируемые источники, которые действительно рецензируются. Имеют широкий охват баз данных. Последовательность и прозрачность, каждый результат поиска можно проверить и объяснить. И широко использованные технологии. Вы можете получить больше информации, используя рекомендации. То есть можете там узнать, какие сейчас темы, например, актуальные. Сейчас дальше это все должно быть. Вот. Например, вот заходим в саму сайт Scopus'а. Там нужно зарегистрироваться. Чтобы зарегистрироваться, нужна корпоративная почта. То есть та почта, которая заканчивается на CarSUUS. Это, по-моему, у каждого сотрудника есть. Дальше можно начать с поиска ключевых слов. То есть на первой странице вы вводите ключевое слово и выбираете последние, вот, например, 2-3 года, 4 года, например, ну, максимум 4 года, чтобы оно было самым актуальным, там, трендовым, один из трендовых тем. Дальше мы смотрим, то есть мы устанавливаем фильтр цитируемости. Фильтр цитируемости у нас находится вот в этом уголке, в правой стороне. То есть чем больше цитируемости, тем больше эта тема актуальная. Дальше. И потом мы находим интересующую статью с высокой цитируемостью и дальше смотрим. Так, читаем, например, аннотацию, смотрим, кто это написал, что за тема, можем посмотреть профиль автора, каких он... Находим автора, смотрим его интересующий, то есть мы нашли статью интересующего нас автора. Дальше мы смотрим его, то есть в Scopus'е можно посмотреть его профиль этого автора и посмотреть, может быть, он написал что-то похожее на этой статье и анализировать эти данные. Посмотреть, на какие темы он писал, посмотреть его статистику, как, например, статистику мира по интересующим ему темам. Так. Извините, я это объяснить не могу, это мы не проходили. И научные метрики. Научные метрики мы в первую очередь должны посмотреть эти. В основном в Scopus'е это научные метрики, это SiteScore и остальные два. Но мы должны в основном посмотреть на количество документов, на количество цитирования, на хэш индекс, то есть индекс хиша, и количество соавторов. Так, идем дальше. Так, чем может помочь Scopus в написании статьи?
поиск документов. История поиска сохраняется, и на этом истории, может быть, вам выпадут другие рекомендации по приближенным к этому тему статьи, например. Тут еще можно найти поиск авторов. Тут есть разные профайлы авторов для, как вам сказать, для соавторства. Поиск правильного журнала. Ну, например, надо сравнивать разные журналы с разными метриками. Ну, например, действительно ли это хороший журнал, можно ли там публиковаться, какой у них индекс, какая у них репутация. Это все можно проверить на платформе Scopus. И также поиск сотрудничества. Чтобы у вас было большое, то есть больше цитировали, чтобы больше вас узнавали в мировом научном сообществе. Это самое первое, один из главных задач – это сотрудничество, то есть коллаборация. Если вы не только один человек напишет, например, там 3-4 человека с других вузов, если будете сотрудничать и написать статью и опубликовать его в Scopus, то это дает вам больше цитируемости, и это уже огромный плюс. Так. Как искать лидеров мнений? То есть, чтобы найти соавтора, ну, например, по тому же тему, по того же теме, которая вас интересует, вы можете написать на первой строке, например, где ключевое слово, пишите свое ключевое слово. И потом оттуда выходят все темы с этими ключевыми словами, и вы по этим темам можете найти себе соавтора. Ну, например, вот. И там тоже надо здесь отметить последние 3-4 года, чтобы тема была актуальной, а не устаревшей. И снова тут самого наиболее цитирующего человека находим, то есть самую цитируемую статью, и поэтому можно найти автора этой статьи. Вот, здесь выходит его файл, то есть профайл, оттуда можно найти этого автора и, например, написать ему. Например, можно иногда тут выходят и электронные почты данного автора. Так, идем дальше. А это уже база данных предпринтов. Так, тут можно найти научных партнеров, с которыми можно написать статью на интересующую вас тему, то есть на интересующую вас область, вот. Если так скажем. Ну, это основная тема, которую мы вроде проходили, но если у вас есть какие-то вопросы или что-то непонятно, я так быстро разговариваю, потому что у меня я немного нервничаю, так что можете задавать вопросы, я постараюсь на них ответить. Давайте я чат прочитаю. Тут тишина вообще. Или мой компьютер не работает. Так. Сарамбар. Махалашвана. И один из самых важных правил, то есть если вы хотите хорошо написать статью, для этого нужно как минимум хотя бы 10 штук статей прочитать на английском языке. Но почему на английском языке? Потому что язык Scopus в основном это на английском. То есть русскоязычные издания тоже там есть, цитируются, но так как английский язык это, скажем, общий язык, если у вас будет статья на английском языке, то, что его больше узнают, то, что больше оно будет цитироваться, это больше гарантий на это идет. Из-за этого в основном лучше в Scopus писать на английском языке. Так, начать что-то. Uh,
А Scopus Elsevier барабар мая, в чем отличие? Scopus Elsevier это одно, я не скажу, что одно и то же, Scopus просто это база данных на основе Elsevier, то есть Scopus входит в состав Elsevier, то есть это, да, почти одно и то же. Регистрация на Уткин Болсанас, то есть у меня тоже такая же, этот, меня регистрация на Уткин Болсанас. Действительно, доступ берілген ғана статьяларды қазіші көре аласыз, или полностью хамесіне доступ берілмеген болса керек. Енді берілді администратор арқалы. Қалған, так, доступ соңы, или библиотекада көрсек басқа тағы. Библиотекада көрсек. Обязательно библиотекадан кіру шарт емес, оның үшін өзіңіздің корпоратив почтаңыз пен пароль и логиныңызды білсеңіз болды. Өзіңіздің, мәселен, компьютерлеріңіздің кірсеңіз, егер более қолайлы десеңіз, библиотекаға барып көрсеңіз болады. Студия Ақсынгіл, бір минут. Бұл жерде Scopus базасына, Science Direct-ке, университеттің IP адресі мен жалғанға интернет доступтарында кіру мүмкін, да? Ол факультетіңізде болуы мүмкін, ол библиотекада болуы мүмкін, ол ноутбугіңізде болуы мүмкін, бірақ университеттің Wi-Fi-ында пайдаланып отырған болуыңыз мүмкін, да? Соған этуар берің, қазірше бір екі апте 20 күн ішінде сіздерге удаленный доступ әпереміз, сонда қалайша үйден пайдалана аласыз. Бірақ енді мен ашынарлы жағдай, библиотекада да ондай көп пайдаланып отырған докторантларды да, яки болса профессор оқытушыларды да көрмедім. Мен өткен ай бір ай библиотекада болдым, әр отделінде отырдым, қанша мұғалім қатынасады екен, кітап оқиды екен, өз үстінде зерттеулер алып барады екен деп. Дегенмен бәрібір жағдай төмен. Соның үшін библиотекадан пайдаланғанның өзі басқаша бәрібір. Біргелікте мәселен екі адам, үш адам бірге ойласып жоғарырақ нәтижеге ерісіп деген үміттемін. Удаленный доступ бәрібір әпереміз ұдақылесе. Давам еттіребен. Ну, вроде других вопросов тут нет. Я не знаю, как я правильно объяснила, но если есть вопросы... А есть еще вопросы или нет? Вроде, как вам сказать, не так большой у меня этот презентация. Остальная часть в основном это для администраторов. Я не хочу вас грузить этим, потому что это все равно никакого отношения не имеет. В основном только как писать, то есть качественную статью, как его в Scopus'е. То есть самое главное это, чтобы цитируемости больше было и так бұл жерде көпшілігі докторантлар екен Ақсынгүл профессор оқытушыларым бар арасында келесі аптеден бастап уже бүгін 5-ші күн ертең демалыс әр күн демалыс бірінші күннен бастап әр апте Scopus базасына қалай кіріледі Science Direct-ке қалай кіріледі 3 минутлық 5 минутлық видеоролик даярлап демек, журналға қалай өтіледі, яки болмасам, журналға қалай подачи беріледі, солар бойынша, яки болмасам, жаңағыдай алымдармен қалай танысылады, олар бойынша 3 минутлық, 5 минутлық видеороликтерді каналымызға тастап барамыз, и күзетіп барасыз деген үміттемін. Сұраулар болса, каналда комментария бөлімі бар, соған беймәлел жазуыңызға болады, открытие әме үшін ашық. Атабек аға, ассалаумалейкум. Салам алейкум.
мен Садиева Молда докторантура бүчө көрсө. Бир суроом бар эле, Дебега, мүмкүн бе? А жай не боюнча уникальность скопуска статья берүүдө уникальность дарежеси нече процент болуу керек и мисалга жатып цитировать этүүгө болот деп айттыңыз го башка алымдардын статьяларын. Сол статьялар как цитировать этсек, егер ссылка берип кетсек сол статьяларга, ол как уникальность болуп эсептелет ма или как плагиат эсептелет ма? Сурок үчүн рахмет, Мөлдөр. Бул жерде уникальность дегенде именно ошо уникальностун чыгаруу үчүн, жакшы чыгаруу үчүн плагиаттан качуу үчүн именно силтеме берүүдү ойлоп турганда адамдар. Маселен, бир сөз сүйлөсө адамда сырт элдерде маселен, бул Вести Каракалпакстана газетасында айтылып эле деп постунун ичинде айтып өтөт да. Любой бирөө ошол жерден бир зат алган болсо, сонун биздер энди илмий жамият буну эм маселен өзүңүз пайдаланууңуз керек. Бул уникальность деп өтөдү силтеме берсеңиз эгер. Плагиаттан качкан боласыз да. Именно максаты эм сол. Аха, рахмет Атабекага. Кийинки жаңагы айтасыз го роликтер 5 мүнөттөр иштейбиз деп иланжы болсо, сол цитировать этүүдөн жолдорун способдорун үйрөтүп өтсөңүз. Аха. Он эсеп беремиз колдон кийинче. Бул талап эмне үчүн болду? Себеби эгер мына докторантлар талап кылып суроо берип атышса, эгер суроо болмайтын болсо, биздер эм жакшы кызмат көрсөтпөйбүз да, талап канчалык күчтүү болсо, ошончалык рабажанабыз да. Сонун үчүн көбүрөөк суроо берүүгө, көбүрөөк түшүнбөгөн суроолоруңузга жооп алууга аракет этсеңиз, биргеликте чечемиз деген үмүттөмүн. Так, ошо так суроо келген экен. Чыгаратын статьянын мазмунун актуалдыгынын ямасы кемчиликтери болсо, бизге ответ хат келеби? Албетте келеди бул. Эч кайгырмайсыз. Сондай ак Бактияр агадан суроо келген, Калмурат. Ошо айрым конференциялардын информационный письмоларында Scopus базасына киретиледи деген сөздөрдү көрүп калабыз. Бул макалалар Scopus базасында чыккан эсепланадыбы? Так, энди мен силерге көрсөтүп атырмын. Эгер мындай информационный письмоларга ишенетин болсок, кате кылам, себеби май айынын маселен ярмынан аста азыр 15 макала чыккан университеттин ондай письмолардын профессор окутуучуларын бир нечесин көргөн, статьяда жиберип көргөнлөр бар, бирок базага киритилмейди булар. Себеби киритилүү үчүн биздин макалабыз и сол жана конференциянын өзү атамасы Scopus базасында жайласкан болуу керек да. Сону бир изетилүүлөр алып барып эмне кылуу керек, көрүү керек. Сонун үчүн жакшы журналга, жакшы конференцияга рекламанын кереги жок. Бул рекламаларга ишенүүдүн кереги жок. Этибарга алууңузду суранамын. И жана бир эмне пул төлөө хакында айтсаңыз дейди. Scopus журналдарынын ярмынан көбү пулсуз да, бирок талаплары жүдө күчтүү. Энди кагаз ал жердеги коллегиянын жумуштарын бахаландыруу яки болбосо иш акы төлөө максатында коммерциялык журналдар эм аракет этпек деп. Бул коммерциялык журнал сыпатсыз деген эмес, бирок булар эм өз жумуштарын жакшы алып бармакта яки болбосо бул журналдарда чыгарылган жакшы макалаларга гонорарлар берүү үчүн пайдаланады. Бул көлөмүнө албетте пул төлөөнү хакында каралады. Яки болбосо маселен үлкен гигант шүлкемлер яки болбосо халкаралык шүлкемлер буган жана эмне дейди кайрымдуулук иштерин алып барган калда бул журналдар бесплатный болуу да мүмкүн яки болбосо жакшы макала чыккан болсо сизге гонорарын берүү мүмкүн. Дегенмен Каралпакстанда жана бир суроо туулуу мүмкүн. Каралпакстанда бул журналдарда макала чыгарып бере ала турган яки иштеп аткан адамдар барбы деп да. Мен Каралпакстанда жүздө көп деп айта албайм, бирок Ташкент, Ургент, Самарканд һәм дагы Жыздактагы бир эки университеттердин профессор окутуучулар жумуш иштемекте, макалалар топлош, жиберип берүү, чыгарып берүү кай даражада десем болот? 30'га 70 десем болот. Көпчүлүгү базадан чыгып кетүү жагдайлары,
жанагы фишинг журналдарга тап болуу жагдайлары күзөтүлөт. Сондай эле биздин университетибизде жаз профессор окутуучуларыбыздан Пирназаров Нурназар деген бала журналдар менен жүдө байланышуу күчтүү, көпчүлүк журналдардын редколлегия агзаларын тааныйды, бирге иштешеди. И оган мүрөжөт этсең сен болот, себеби көп макалалар чыгарып жүрдү и ушу процесстин ичинде болгон. Башка суроолор болсо маркама. Так, Карабастан мисалында тема боюнча статистикалык маалыматтарды келтирсем, сол маалыматтарды алганыбыз источниктерди келтирип өтөмүзбү? Албетте келтирип өтөсүз, себеби бул маалыматтарды келтирип өтүү сиздин статистикалык маалыматтарыңыздын аныктыгынын далилин билдирет. Сонун үчүн келтирген макул. Так, азыр күндө Scopus базасына кирүүчү журналдарда макала чап этсек, университет тарабынан канча премия берилет? Бул премияны университет директоратынан сурайсыз, илимий бөлүмдө өз алдына кызматкерлер бар, буга жооп берет. Солардан сурасаңыз болот, бул премия маселесинде. Сондай-эле макаланы энди билмейм кайда издеп энди. Маселен, илимий даражасы бар профессор окутуучуларга өкмөт тарабынан президент карар декабрында 10-30 карар декабрында кошумча иш хакылары берилет. Калган бөлүмүн илимий бөлүмүнөн сурайсыз. Башка суроолор жокпу? Аксөңгүл, демонстрацияны өчүп турсаң, соң мен жумаклай коёюн. Ага, сейчас. Так, бул жерде докторантлар Наргиза суроо барбы, Аметова? Так, суроо жок болсо, так, жана кандай макала жазып болуп, сиз өзүңүз менен маслахат жол жоба көрсөтө аласыз. Так, бул Юсупова Жамиля кайсы тарап болууна байланыштуу, маселен, экономика тарабында болатын болсо, маслахат беремиз биргеликте. Кафедрамызда профессор окутуучулар бар, касымыздагы кафедраларда профессор окутуучулар бар, англис тили C даражасында, B2 даражасында бирге ойлосуп маслахат беремиз албетте. Эгер экономика тарабы болатын болсо. Дамира, ассаламу алейкум. Аксөңгүл, болдуң го, презентацияңды? Да, пройти все. Если вопросов нет. Так, онда бүгүнкү ушурашуубузду жумаклайбыз. Дыккатыңыз үчүн рахмет амеңизге. Суроолор болатын болсо каналыбызда телеграм каналыбызда комментарийге жазсаңыз, суроолорго жооп беребиз. Бул жерде администраторлор бар. Ар бир тарап боюнча, мисалы, наука боюнча, IT боюнча, һәм тагы башка Scopus боюнча и администратор сыпатында өзүңүз жообун бере беребиз ар ким. Индексация деген экени акында түшүндүрүп бере аласызбы? Бул акында кийинки видеороликтерде албетте түшүндүрүп беребиз. Эч проблема жок. Бүгүнчө коштошсоңуз, убактыңыз сан болду. Һәммеге саулык, саламаттык, илимий жумуштарыңызда табыштар. Үйдөгүлөргө амандык. Көрүшкөнчө, амен сиздерге.